Итак, всем, ребята, привет! Сегодня у меня будет немножко необычная прогулка. Сегодня я пришел с работы с ночи, немного выспался и решил сходить на разведку. А разведка у меня будет сегодня такова. А с правой стороны вот у меня идет небольшая речушка. Вот. И эта речушка берет начало с родника, святого родника. Чуть позже я его вам обязательно покажу. А сейчас я вам показываю, где буду я сегодня, возможно, что-то искать. Искать я буду вдоль имеющейся дороги, вдоль обочины. Как я слышал, что была старая дорога по левую сторону от дороги. И вот я хочу ее обследовать. Находки я, конечно, не ожидаю. Но если что-то будет, обязательно покажу. Итак, ребята, рубрику я свою открываю байками. Байки, даже не знаю, как их назвать. Если у вас есть какие-то варианты, отпишитесь мне в комментарии. И самое интересное название своих байк я прикреплю к этой рубрике. А начну я вот с чего, ребята. А вот видите, вот этот дом стоит. Вот этот дом стоит. Это все его участок. И вот позади этого красного кирпича был огромный, как бы сельский при царях магазин. И вы знаете, когда строили вот этот дом, накопали очень много монет. Очень много монет. Практически там ведрами выгребали эти монеты. Вот, интересно, конечно, то, что и это место сейчас нельзя обследовать из-за того, что частная собственность, но так говорят, что до сих пор на этом участке находят монеты. Вот, так что, ребята, вот одна из таких вот баек сельских, то, что на этом участке до сих пор имеется клад. Ну, не знаю, ребята, хозяин разберется со своим кладом. Конечно, ему повезло, может, он этот и домик построил на эти денежки, которые он нашел. Ладно, ребята, продолжаю копать, смотрим. Итак, ребята, у меня наконец-то находочка. Вот, хожу я вот по этой дороге. В принципе, мы ходили по ней пару дней назад, находили здесь чешую, и я решил вернуться в надежде, что здесь снова найдется чешуйка. Хожу на всех металлах, якобы увеличить глубину и вообще обзор катушки. И вы знаете, у меня была находка. Находка — это у нас монета. Она у меня первая. Вот она лежит такая вот, прямо в разломе. Смотрим. Это у нас, ребята, советик. Советик.
поздний. О, ребята! Ребята, вы даже не представляете, что я нашел. Сохран просто суперский. Угадайте, что это? Монета вообще в шикарном состоянии. Прям вообще, как вы видите, ни царапины, ни язвочки. Это, ребята, 1 копейка 1925 года стоимостью где-то в размере 10 тысяч рублей. Каталоги на 8, но, блин, ребята, блин, такая монета суперская. Это у меня вторая монета. А говорят, что они редкие. У меня уже вторая такая монета. Хотя 24-го очень много, но 25-х вот две монеты. Какая монета, ребята, прям состояние, прям такая шоколадка. Вообще изумительная. Жалко, у меня эта камера не фокусирует идеально, чтобы было видно, что она в таком состоянии классном. Блин, вообще замечательно. Ладно, ребята, поездка уже удалась. А вот этой монетой, то есть, можно больше не копать, ехать домой. Коп удался. Ну ладно, ребята, в принципе, пройдемся еще дальше туда. Посмотрим, что у нас там будет. Это у нас дорога ведет в деревню. Вот, она, в принципе, старая, очень старая. Ей сейчас только пользуются рыбаки, потому что эта дорога ведет в никуда, в тупик в какой-то. И там небольшая заводь речки, и туда вот рыбаки постоянно ездят. Итак, ребят, приехал я домой, почистил я скорее эту монетку, чтобы забабахать видео. И, как вы видите, монета 1 копейка 1925 года. В принципе, сохранчик неплохой, даже очень хороший, правда, вот около единички у нас имеется какое-то вкрапление, вмятина. Но это возможно быть и заводской, когда монеты друг об друга бьются. Вот. С другой стороны, просто шедевр. Нету ни одной язвочки, ни какой болячки. В общем, монета в очень шикарном состоянии. Вот. Гурт у нас ребристый. Как вы знаете, многие понимают в цене монет. Данная монета является настолько редкой, ну и весьма дорогой. Сейчас мы вместе с вами возьмем приложение в телефоне. У меня оно закачано в телефон. Это очень удобно. И открываем. Как вы видите, по каталогу она числится 9000 рублей. Вот. Особенности этой монеты здесь ничего особенного нет. Материал медь. Медь, как вы знаете, использовалась еще царская. Это последний год, 25-й, когда использовался медный вес, диаметр, гурт ребристый. И базовая цена, повторюсь, базовая цена, то есть начальная, 9000 рублей. В принципе, монета очень довольно-таки приятная тем, что она является из меди. И имеет такой размер большой, как советская, наверное, двушка. Чуть побольше даже. И это у меня, ребята, не первая монета. Есть у меня еще одна монета. И смотрите. Тоже сохранчик неплохой. И тоже 1925 года. Они, правда, идут еще разновидность разная по задней части герба. Но, к сожалению, я еще в этом мало разбираюсь. В принципе, не интересуюсь по разновидности. Там какая-то есть разновидность в том, что серп указывает за Северный полюс. Ну, знатоки, поправьте меня, если что. Как вы видите, серп указывает именно на полюс. Так. Одна прям четко на Северный полюс, а другая показывает
по-моему, чуть ниже, если не ошибаюсь. Ну, вот такая, в принципе, по буквам СССР они тоже квалифицируются. Здесь они круглые, есть, по-моему, еще какие-то овальные. Ну, вот такие две зачетные находки у меня имеются в коллекции. Вот. И одна из них выкопалась у нас именно сегодня. Вот такая зачетная находка. Принимаю от вас поздравления. А если есть желающие, могу ее с вами обговорить. Так что пишите в комментариях, в личку ваши предложения, заинтересованность в данной монете. Отпишусь всем. Ну, как вы видите, в коллекции две штуки мне нет надобности, так что с одной я могу распрощаться. Ну все, пишите, жду.